Всем огромный привет! Наступила ночь, 25 мая. Давайте посмотрим. Вот здесь в уголку видно. Почти час ночи. А это значит, что конкурс подошел к концу. Вот я открыла ссылочку на конкурс. Давайте мы его скопируем. Копировать. И открываем программу Lisa on Air, которая мне поможет в выборе победителя ставить. Вообще, если честно, я хочу сказать, что главный победитель в этом конкурсе – это я сама. Настолько было интересно читать все комментарии, я столько узнала о российских городах. Я даже не знала, наверное, даже четверти того, что смогла прочитать. Самое интересное, что ладно о городах, я некоторые названия городов-то даже впервые слышала. Оказывается, наша страна очень большая и интересная. И насколько мне известно, что многие девочки тоже сидели и читали внимательно каждый комментарий, потому что это было очень интересно. Столько любви каждый подписчик вложил в свой город и рассказал. В общем, спасибо огромное всем, кто так серьезно и интересно подошел к моему конкурсу. Я рада, что именно такое было, ну, с моей стороны. Ну, такое, как правило, да, конкурса. Но не буду томить, давайте все-таки посмотрим, а то вон там я уже кисками хвастаюсь, да, на заднем плане. Кто же выиграет? Пускай киски едут к тому, кому они все больше будут нужны. Поехали! Ну и победителем стал Ирен Ши. Здравствуйте, самый добрый, самый улыбчивый человечек на свете. Я живу в Курской области, в городе Железногорск. Самое главное для человека – это когда он счастлив. Вот и я благодаря этому маленькому городку обрела свое женское счастье. Вышла замуж, и год назад у нас родилась маленькая принцесса. А город люблю за то, что он маленький и уютный. Из косметики люблю и Фраше, и Эйвен. Единственное, с чем я не знакома – это Фаберлик. Никак руки не доберутся до него. И без чего не смогу жить, так это без лосьонов для кожи. Вот так вот. Всем удачи и хорошего настроения вашему каналу в солнышко, хороших гостей и новых идей. Спасибо огромное, Ирен. Давайте я поближе покажу нашего победителя. Я вас поздравляю и жду ваши данные. Свяжитесь со мной, пожалуйста, эти киски. И также продукция компании Faberlic отправится к вам. Этот конкурс хоть и первый, но не последний. Я постараюсь, чтобы конкурсы на канале были теперь чаще. Дорогу мы проложили. И надеюсь, что в следующий раз конкурс уже будет не только для России, но и для других стран. По крайней мере, хотя бы для ближнего зарубежья. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вместе со мной, за Ирен, будут радоваться многие. И всем до новых встреч, всем пока!